В вербное воскресенье епископ Сыктывкарский Воркутинский Петерим совершил божественную литургию в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара. Встретить Христа Жизнодавца на богослужение собралось множество прихожан. Празднование входа Господня в Иерусалим продолжилось в доме епископа. Множество молящихся пришло в этот день на богослужение, по традиции принеся с собой веточки вербы, символизирующие собой те пальмовые ветви, которыми народ Израиля приветствовал Господа Иисуса Христа при его входе в Иерусалим. По окончании богослужения и совершении крестного хода вокруг главного храма Республики Коми, владыка обратился к молящимся с архипастырским словом. Владыка напомнил об исторических евангельских событиях, связанных с празднованием вербного воскресения. Весть о воскрешении Лазаря Четверодневного разнеслась по всей Иудее, и Христа, въехавшего на осленке через главные ворота Иерусалима, народ приветствовал как победителя, как грядущего земного царя, не подозревая, что перед ними тот, кто дарует им высшее благо, Царствие Небесное. Но Господь знал заблуждение людей и предвидел грядущие страдания и распятие на кресте. Вероятно, лишь только что воскрешенный Лазарь и понимал, кто перед ним. Дорогие братья и сестры, мы с вами, подобно Лазарю, должны верить в совоскрешение Христу. Лазарь, будучи иудеем, будучи фарисеем в свое время, верил в воскресение и до явления Христа. Но когда Христос пришел, он понял, что этот и есть Мессия Христос. И не ошибся. Празднование светлого вербного воскресения по доброй традиции продолжилось музыкальным концертом в доме епископа. Во время концерта состоялось вручение архиерейских грамот.